И йоу-йоу, с вами Стаффи, сегодня я буду играть в SCP Secret Laboratory. Сегодня я вам расскажу про ее географию, ну, то есть про карту, куда, что, куда идти. Ну, а мы с вами погнали! CD-01 называется, а ВК-00 это у нас туалеты. Вот, сюда заходим. Есть мужской и женский. Карточка. Здесь может валяться либо пистолет, либо карточка. А вот в этих местах и в этих, где я только что нашел. Буду ходить с пистолетом. Также и в женском может. В женском обычно вот здесь вот. И вот здесь вот. Идем дальше. Потом в следующем видеоролике я вам расскажу. Сейчас пройдет. Light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. Это нам сказали, что до уничтожения этой уровня несколько 15 минут. GR-18 это у нас вот такая комната, в котором вот здесь вот посередине может быть пистолет, а в этом шкафчике либо аптечка, как у нас и попалась, и либо карточка. Буду брать все. Так. Также, вот эта вторая буква, это означает коридор, вот. То есть крест-накрест. С, это, то есть, в форме С. С опять в форме С. Буду так рассказывать. Решетка 012, это у нас ноты. В нотах вы можете найти карточку лучше. То есть вот это первого левела, а это будет второго левела. Так, идемте дальше. Если вам это понравится, то я буду снимать ролики, как я играю. Так, Т это то есть туда и туда. Сейчас будем искать машину. Машина это SCP 914 PT-00. Это спавн печеньки, он там печенька может появиться. Сейчас поднимусь, покажу, что там еще может быть. То есть раунд начинается, вот оттуда печенька выбегает. А вот здесь вот вы можете найти вот здесь пистолет, либо карточка будет валяться. Больше всего там ничего нету, либо пистолет. Карточку я не встречал, но может там и карточка. AL01 либо AL00 это вот эта комната. Это называется шлюз. Решетка 914 это и есть SCP 914. А exit A это выход через А. Также есть exit B. Так, давайте. Ставим на find и кладем вот эти все. У нас прокачается, с помощью этой машины у нас прокачаются карточки и пистолет. Very fine, это у нас может быть либо карточка уничтожится, либо она улучшится на 4. Это я не знаю, это не знаю. А один к одному сейчас я вам расскажу, зачем, как некоторые поступают. Так, у нас петух. Так. Вот у нас есть нормальная карточка. Хоп. Хоп, хоп. Почему я ее сейчас не буду улучшать? Сами сейчас все увидите. Потому что мне надо рассказать про один. До уничтожения этого этажа 10 минут. Буду переводить. Вот, эмочку себе оставлю. Логика, если... Так, вот, черная. У меня есть черная. И теперь, некоторые... Я же не дебил и поставлю один к одному. То есть, смотрите. Наша карточка, у ней можно делать вот этот... Первый и второй, что подсвечено. Мы ее выкидываем. Ставим один к одному. Просто ждем. Пока что... Ага. Посмотрю, что тут. Просто никогда не нажимал. Так.
И сейчас просто смотрите. Опа! У нас же новая карточка. И смотрите, что она делает. Она просто делает чекпоинты. И я же теперь делаю на find. Вы просто там на find. Раз. Чтобы получить вот эту карточку, вроде 5 раз надо улучшить. А эту сейчас считаем, сколько до черной будет. 1, 2. Второй раз. Потому что я знаю, что некоторые все еще ставят 1 и делят на 1. Воу. У нас получается карточка красная. А нет, мы черную вроде бы за 3. Не знаю, сейчас посмотрим. Красная. Запускаем. Ждем. И смотрим. У нас черная. То есть мы черную получили всего лишь за 2. Ой, за 3. А тут... Лол. Так, exit A. Некоторые, если за вами гонится ICP, то не надо именно сюда нажимать. Можно и нажать на дверь. Открываем. Это. Лифты. А если вы за ICP спускаетесь на этот уровень, то лучше на том уровне поднять все лифты сюда, чтобы если Дэшка или ученый бежал, вы успели, он не забежал на лифт. Не оставляйте никогда один. Два еще можете как-нибудь. Он может на один уедет, а второй не успеет отправить. Так, вот это, вот этот лифт, это спаван наверху, то есть спаван чумного, то есть SCP-049. Так, идем сюда. Это спаван скромника. Я не помню, как он называется. Здесь вы можете найти карту командира. Но она мне не понадобится. Вот здесь вот развилка, вот в этой комнате патрон. Давайте возьмем эти патроны. Зачем я только их беру, если я ни с кем стреляться не буду? Ну окей. Так, типа вы залутали. Это SCP-079, это то есть компьютер. Так, идемте теперь сюда. Это северная. Называют ее. Типа... Если вы идете через северную, то вероятнее будет скоро выход. По идее так. Так. То есть там было еще легче, там бы. Там все подписано, а здесь даже ничего не подписано. Вот здесь. Так, вот это, вот этот лифт, где вот эти буквы горят, это к боеголовке. То есть боеголовка, там 90 секунд дается до уничтожения всего комплекса. Всего здесь 3 уровня, то есть 3 уровня бабахнуть. То есть вот в этой комнате у нас будет лежит М-ка и планшет. Планшет, я сейчас вам покажу, для чего у нас здесь планшет. Берем оружие. Ждем, пока планшет сделается. Так, и просто бац, хоп, выбираем прицельчик. Хоп, 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 хочу вот этот. Хоп. Потом глушачок. Ну просто я сейчас на рандомчик поставлю. Лучше вот это ставить. И все. Нажимаем goodbye, он пишет нам. Все. Можем уходить. Так, а вот здесь вот можно нажать опа. Все, ready. И нажмем на эту кнопку, и нас сбабахнется. Также этот планшет нужен для уничтожения компьютера. То есть находим вот такие вот штуки, открываем их. Берем. Вставляем, все, ждем там где-то 5 минут и все. У нас он загружается, и всего их 5 вот таких генераторов. То есть мы разряжаем компьютер. Так, вот здесь вот, вот в этой комнате у нас находится пылесос. Вот. Здесь также можно улучшить, и вот он пылесос. Да, сейчас покажу, как работает пылесос. Просто его открываем вот так вот. Нажимаем на левую кнопку мыши. Он долго открывается, поэтому будьте в виду. И все. Погнали. И вот так вот на SCP направляете. И очень большой SCP урон наносится. Также этот пылесос, он выносит человека с одного удара. Вот
также в такой. Это чекпоинт в этот. В сейф. Ой, фу. Я не помню, как она. Это, короче, вот это. Вот это вот. Тяжелая зона, в котором спавнились мы. Это легкая зона, а это офисы. Я забыл просто. Как называется? Офис. Идемте дальше. А, здесь также какие тяжелые зоны. Но в этой зоне вы уже ничего не найдете. Здесь вы просто ищете выход. Если вот это, то это не думайте, что это выход. Просто так же выглядит выход. Вы его никак не откроете. Просто никак. Это типа тупик. Вот это у нас. Тоже это, наверное, типа старого выхода, но мы его тоже... Danger. Вот. Light containment zone overall decontamination in T-minus 1 minute. Одна минута до уничтожения этого уровня, в котором мы находились. То есть, легкого уровня. Вот, слушаем. Загружена один генератор из 5. Вот это гейт А. Через этот гейт всегда ходят хауситы. Но я это просто завал. Также вот в этом шкафчике у нас находится рация. Рация, пистолет и карточка. Рация. Вы можете тут типа ставить SR. Это на левую кнопку мыши. Это, короче, средняя. Ну, маленькая. Большая, больше и самая ультра. На правую кнопку мыши мы выключаем ее. И также наверху есть тоже. Здесь карточка командира. Здесь тоже можем прокачаться. Если вы бежите от ECP, можете связаться, заделать и все. Кстати, закрылась легкая зона. Также, если вот здесь, то вас убьет любой ECP. На этом шкафчике, а на том нет. Видите, он ниже. Так, завал. Я хочу через гейт Б. Вот это что такое? Это интерком. Вы ее можете открыть только с карточки командира. Вот, мы идем сюда. Что может интерком? То есть тут будет написано рейди. Мы подходим, нажимаем и краткую, чтобы говорить. Опа. И все, мы говорим. И нас слышит просто весь комплекс, все уровни. Что мы сейчас говорим в этот? Типа, можно сказать, что МТФ приехала, Дэшки. Мы вас свяжем и выпустим. ECP, вы умрете. Ученых на свободу. Все, и только через 120 секунд оно сможете опять говорить. Так, а вот и гейт Б. Вот это, кстати, вот этот уровень офиса, он самый сложный. Гейт Б. Через гейт Б. Там вот на гейте А то же самое, и через гейт Б, через этот уровень всегда ходят эти, как его, МТФ. Вон там МТФ приезжает. И сейчас я вам покажу. Бежим. Так, можем здесь все выкидывать. Типа вы такие, оп, все, выбрались, знаете, что здесь никого не будет, бежите. Все, как же закончить игру? Бежите сюда, ну, бесконечно, можно так сказать, пока. Вот, бежим сюда, открываем все двери, бежим. Такие, оп. Мне такое, сейчас я почувствовал себя, как будто я на Марсе нахожусь, реально. И просто заходите вот в эту. Опа, и все, мы поставим с хаоса. Мы сбежали за 13 минут. Давайте же мы сейчас вернемся за моими вещами. Так, возьмем свои вещи и просто взорвем весь этот комплекс. Если там на тяжелом уровне там не рейди, не активировано, то и здесь мы не сможем активировать. Сейчас мы возьмем мою черную карточку. Смотрите, как разложил. Какую карточку возьмешь сегодня? Спалил свой... как меня зовут? В это. Ну, ничего. Также вот. Левая кнопка мыши. Оп, открываете. Оп. Опа, и все.
через минуту 40 секунд. Вот. То есть там мы где были, это все подземный комплекс, а где мы сейчас находимся, это подземный и надземный. Лол. Окей. Да, вот с этого оружия вот у него очень хорошая отдача. С пистолета нету отдачи, но он очень плохо стреляет. Ну, урон он наносит. То есть он дергается вот так вот и обратно. Пум-пум. Ну, есть немножечко отдача вот такая. С петуха так же, как и вот вроде бы... Ну, тоже нормальная отдача. У этого тоже отдача такой же. Играйте в CS:GO, ребята! А где мои все патроны? А, они в этой фигне. Потом, когда уже играет такая личная, личная музыка, значит, уже скоро мы умрем. И вам поскорее надо выбираться. Да, кстати, когда... Ну, окей, я не буду. Когда идет боеголовка, то все двери в комплексе открываются и заблокируются. То есть их нельзя закрыть. Я так сказал. Также, если вы хотите остановить, то нажимайте, но уже остановить невозможно. В этой комнате может закрыться, чтобы никто не остановил, и вы здесь не умрете. Все, бац. И сейчас нам напишут, что мы выиграли, но этого не будет, потому что я играю один. Поэтому всем до свидания, всем пока. С вами был Стаффи. До новых встреч. Если вы хотите, чтобы я рассказал о хаосах, МТФ, ученых и так далее, то давайте наберем 3 лайка, и я сниму новую. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами был Стаффи, и до новых встреч!